Святая Матрона была служанкой знатной еврейки по имени Пантила, жены командующего императорскими войсками в городе Фессалоники. Матрона почитала Иисуса Христа как истинного Бога и молилась Ему втайне, не привлекая внимания госпожи. Каждый день та ходила в синагогу. Матрона сопровождала ее до дверей, а затем сразу тайком уходила в церковь, где возносила молитвы Господу. Когда Пантила выходила из синагоги, служанка уже ждала ее там. Наступила иудейская Пасха. Матрона захотела принять участие в богослужениях, предваряющих праздник Воскресения Господня. Она отправилась в церковь, но опоздала вернуться к синагоге, и один из слуг донес на нее хозяйки. Пантилу охватил ужасный гнев. Она заявила, что если Матрона обманывала ее в этом вопросе, то она, должно быть, также плохо исполняла и свои обязанности. Госпожа приказала другим слугам привязать ее к скамье и бить розгами. На обвинение госпожи Матрона ответила: «Да, я христианка, но всегда была послушна вашим приказаниям, за исключением того, что относится к моей вере. В чем я совершила оплошность против вашей службы, что вы так терзаете мое тело? Если вы хотите предать меня смерти, потому что я почитаю Иисуса Христа, то вы обладаете полной властью над моей жизнью, но у вас нет никакой власти над моей душой, которая принадлежит одному Богу. Я не страшусь никаких пыток, потому что Иисус, мой Спаситель и мой Господин, придет мне на помощь». После этого Матрону заперли на 3 дня в комнате, а когда освободили, Пантила с изумлением обнаружила, что та стоит свободной от пут, без всяких ран на теле и сияющим лицом воспевает хвалу Богу. Ее злоба стала от этого еще ужаснее, и она приказала вновь и с еще большей жестокостью бичевать служанку. Чудесное исцеление повторилось 3 раза, но палочные удары в конце концов превозмогли стойкость, которую выказывала Матрона. В тот миг, когда ее душа отходила ко Господу, она сказала: «Господи Иисусе, Пречистый Спаситель, ради которого я претерпела все эти мучения, предаю сейчас душу мою в руки Твои, удостой меня быть среди Твоих мучеников». Пантила, боясь быть обвиненной в убийстве, приказала сбросить тело Матроны с высокой скалы, чтобы все поверили, будто та стала жертвой несчастного случая. Впоследствии епископ Александр в начале IV века повелел принести драгоценные останки в Фессалонику, где соорудили храм, посвященный святой Матроне. Εβραίων τη απεινία, όθεν αριστεύσασαν και των δολίων κτίνασα, μυστικός νεν υφεύσε, το δεσπότη της κτίσεως, αυτόν ουν εκτενώ εκ δυσόπιν.